ним тоже вот рофлят нахуй. Рофлят и еще плюс надо мной одновременно. А такого не может быть, сказал он. Окей, не дорофлили. Предыдущей партии мне хватило. И то, что мне засчитали мне игру. Ну окей, 23 хп, надеюсь, меня сейчас не выкинут. Надеюсь, сейчас не выкидывают на следующий ход. Ну, блять, ну просто нету пробафов, вообще нет пробафов, блять, вообще нету. Зеленого Мурлока нету. Багурова нету. Вообще очевидно, зачем нету. Он сыграл 4-11, выкидывал бы сюда и так далее. Карта играл бы, но... То, как он сказал, там стол показался, блять, нахуй, там вообще невозможно его переиграть. Сейчас хуяк. Такой стол. Но опять же, генерация. Нет, такого не может быть. После такого плея могла быть перегенерация, и типа ты правильно сыграл. 26, блять. Но такого стола... Только поезда нужны. Но опять же, что бы я сделал? Я бы сюда забафал и бабл кинул бы. Не знаю, почему он это не сделал. В смысле, чё? Не знаю, почему я это не сделал. Он слабый игрок. И всё. Притом... В предыдущую игру ему кто-то навалял. На следующий... Без госса очень рано. Я предполагал, что ему крутануть один раз. Ребят, а как забрать? Только... Ебануться. Бабл зачем-то кидает. Это 7500, но 7500 это тоже хуйня рейд. Явно не эквивалентный. Но 7500 это уже не 6000. Не в каждой игре ты увидишь у чела карту 500 хп, поэтому он достоин занять первое место. Раз он такое собрал, молодец. Реально молодец. То есть... Ну, как он мог ее собрать? Ну, я рассказываю, да как. Да ёб мать. Бран, потом этот, как он называется, демон, который хп себе получает. Так, Мурлоки есть, берем еще раз его. Ну, это опять же не установлено. Золотой демон, и потом нужно было его схавать. 7500 это только так можно рейтинг. Собрать карту демона, у которой 500 хп. Мы получим второй дроп. Потому что на следующий ход мы берем одну карту и нажимаем тоже обилку. И у нас получается уже три вторых дропа. Это сильно. Сейчас тебе Эзера таких напихает. Ну, посмотрим, если завезет. Но вообще Эзера слабый герой. Посмотрим. Если там какие-нибудь ёбнутые...